Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. И сегодня у нас няшки. Вкусняшки, няшки, вкусняшки. И мы рисуем арбуз. Хорошо, мы рисуем арбуз. Рисуем арбуз мы карандашами деревянными. Лео, сделанные в России из липы. Яркие и мягкие. То, что нужно. Звучат они... Ох, очень хорошо. Настоящие деревянные карандаши. Да, это то, что нужно. Ребят, берем карандаши и показываем все, как мы рисуем арбузик поэтапно, чтобы у вас получилось точно. Рисуем треугольничек, да, Лео? Да, я буду смотреть и обязательно помогать вам. Ребят, действительно так. Лео нам всегда помогает. Мы рисуем арбузик очень просто. Рисуем треугольничек вот так черным карандашом. Чтобы он был сразу хорошо виден, мы вот так черным карандашиком все это обведем несколько раз, затрем. И тогда у нас линии четкие и ровные получились. Раз и два. Дальше мы хотим нарисовать вот такой полукруг. Арбузик же вкусный. И, конечно же, полукруг имеет, потому что сам по себе арбуз круглый. Его вырезали, а мы рисуем только кусочек. Надо решить, с глазками будем или нет. Конечно же, глазками. Мы же няшки-вкусняшки. Да, точно, я забыл, ребят. Все, что наша техника няшки-вкусняшки, мы всегда рисуем вот так вот вместе. Именно так, чтобы и глазки нам видны были. Очень хорошо. Следующий этап какой? Следующий этап глазки. Хорошо, давай рисовать глазки. Один глазик, второй глазик. Вот у нас отлично получилось. Один и второй. Один и второй. Закрашиваем как следует. Не заходим за края, чтобы все было ровненько. И делаем блики, оставляем обязательно, чтобы они блестели. Вот так вот, вот так вот. Арбуз похож? Пока еще арбуз не похож, ребят. Но я вам и подскажу, что надо сделать. Нужно сделать кожу, нарисовать корку. Корку, корку. Рисуем вот так, вот так. Полукруг. Повторяем еще раз. И ее тоже обводим. И вот она, корка зеленая будет. После этого будет у нас желтая корка. А уже потом идет красная корка. И, конечно же, улыбочку не забудьте нарисовать. А в конце уже, когда мы все раскрасим и разрисуем, мы нарисуем семечки. Точно, точно, семечки очень важно рисовать. Стараемся ровно все закрасить, не заходить за края, вот как я, да? Но если вы чуть-чуть не успеваете, то обязательно ставьте на паузу и догоняйте нас. И, конечно же, старайтесь ровненько закрасить. Раз-р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 аз. Так как у нас очень мягкие карандаши, они очень сочно рисуют, но при этом нам не надо давить сильно, и получается яркий арбуз. Арбузик то, что надо. Скоро лето, а нам так хочется немножечко покушать арбузика. А мне лично хочется немножечко покушать арбузика. Но его, конечно же, сейчас не найти. И мы подождем лучше месяцок, а потом уже съедим весь арбуз. Ждать не надо, ребят. Рисуйте. И это тоже вам поможет. Рисовать арбузики тоже здорово. Они приносят тоже радость, такие рисунки. Особенно, если вы делитесь этими рисунками со своим близким. Маме, папе подарите. Это будет очень классно. Им очень понравится. Мы закрасили зеленым цветом. А теперь закрашиваем желтым цветом посередине. Отлично. Закрасили. Ху-ху-ху, получилось здорово. Теперь берем черный цвет, возвращаемся к нему. И рисуем несколько семечек. Семечки обязательно нарисуйте, ребят. Их нарисовать не очень много надо, но не очень мало, чтобы их было везде. Да побольше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семечек я нарисовал. Даже может еще и здесь влезет. Также можно нарисовать ручки нашему арбузику и ножки. Ху-ху. Он стоит и радуется, потому что мы сегодня рисуем няшки. А няшки нам всегда нравится рисовать, чтобы они были прикольные, стояли, как будто мы рисуем мультик. Так как мы профессиональные аниматоры, мы нарисуем и тень тоже. Арбуз у нас полностью готов и приносит много радости вашим близким. Нарисуйте, нарисуйте яркую-яркую. Яркое-яркое сердечко. И этот поцелуйчик можно уже дарить. Ох, как у тебя хорошо все получается. Ты, Макс, настоящий профессионал. И ребята у нас все лучше и лучше рисуете. Приходите к нам, рисуйте с нами. Нас очень легко найти. Лео рисует и в Инстаграм, и на Ютубе. Приходите, рисуйте. Много фотоуроков, много видеоуроков. И много лепки, рисования, гуашью, акварелью, карандашами. Есть все, что вы хотите для вашего творчества. Пока-пока.